Сергей Михалков, басня «Муха и пчела». Перелетев с помойки на цветок, лентяйка муха пчелку повстречала. Та хоботком своим цветочный сок по малым долькам собирала. «Летим со мной!» — так, обратясь к пчеле, сказала муха, глазками вращая. «Я угощу тебя. Там в доме на столе такие сладости остались после чая. На скатерти варенье, в блюдцах мед. Все за так, все даром лезет в рот. Нет, это не по мне», — ответила пчела. «Тогда валяй, трудись!» Лентяйка прожужжала и полетела в дом, где уж не раз была. Но там на липкую бумагу вдруг попала. Не так ли, папенькины дочки и сынки, бездумно проводя беспечные деньки, безделье выдают за некую отвагу и в ленности своей от жизни далеки. Садятся вроде мух на липкую бумагу.